007 прибыл для несения службы. Нужно найти место на Земле, где нет канала World Fashion. У них агенты повсюду. Я сделаю это. Это был провал. На море или на суше, на другом конце света или у тебя дома. World Fashion Channel везде. Во всех крупных аэропортах. И даже в любом доме, в который я приходил, я видел одно и то же. World Fashion Channel. В двух версиях. Российской и международной. В офисах или на ланче с друзьями. В респектабельных бизнес-центрах и изысканных ресторанах. World Fashion Channel сопровождает ваш день. Для выполнения задания я провел день на World Fashion Channel. Я разминал тело с неутомимым Игорем и развивал пластику движений с блистательной Викторией. World Class Fashion Fit. Хочешь быть в теме? Тогда поехали. Слушал самые сочные новости из мира шоу-бизнеса в Breaking News. И все, что я расскажу, очень интересно. Удивлялся странностям человеческой природы и мастерству волшебников-стилистов в программе «Как звезда». Изучал вкусы успешных людей в программе «Бизнес-стиль». Спорил вместе со звездными гостями и не менее звездными ведущими в программе «О вкусах не спорят». Обсуждал самые смелые наряды звезд вместе с популярными блогерами в программе «Великолепная пятерка». Мы будем всем перемалывать косточки. Поражался юным талантом в супершоу «Топ Мини Моделс». Наслаждался громкими кинопремьерами в Fashion Affiche. Интересовался последними тенденциями мировых подиумов у Fashion Expert. И даже ловил модную волну в нескончаемом блоке стильных программ о мировой моде. Это было круто! Все самое прекрасное, изысканное и модное на World Fashion Channel. Мир спасет красота. Он сомневался.